когда вы поспите, поедите. Она там не говорит, что мы. Мы вернем вам ваш ключ, который вы оставили в дверях своей квартиры. Нет, ну, нет, нет. Много мест там, не холодно, нет. Он так. Это паркетчанин. Начальник стоит. Тебе тоже пойдем там? Если вы можете, он нам нужен для того, чтобы его поднять. Просто зайти и мы... Александр, Александр, давайте... Ну, можно в следующей неделе тоже. Александр, давайте, вы сейчас поспите, вы спать хотите, да? Завтра. Да. Вот вы спать хотите? Вы идите сейчас ложитесь спать. Поспите. А завтра вечером или послезавтра мы приедем и заберем вас домой. А потом вернем сюда к сестре Марии, ладно? Не знаю. А, вы всех их названия, имена не знаете, да? Ну, вам виднее. Вам виднее. Ну, вы спите тогда, вы спите. Документы мы хотели, чтобы у вас... Разговаривает, он спрашивал про свою пенсионную карточку. От шока, да, отходит? Он улучшает вес. Да, потому что он падает здесь, поэтому мы не хотели здесь. Но здесь кровати мы оставили, его кровати мы сняли, чтобы он не упал еще раз. Ну, а здесь как он находится? Он сейчас слабый, кушать надо. Сколько дней он не кушает? Он не помнит. Но сейчас хорошо, он помнит. Он упал, мы подбрели все, все это признание. Вот так. Только так. Ну что, Александр? Петрович? Его взяли с обычной скрипкой. Человек тоже одинокий, у него тоже нет такой. Как мне рада вас, запиши, вот я как начали. Давайте куртку снимем вам. 12.9. Он не снимет. Вы меня даже не услышат, но он не говорит. Я случайно. Да, вот хороший. Не голодный? Нет, он не. Нет? А, отлично. Точно такой. Он придет в себя. Да, будет, я могу сказать. Он будет ходить, будет помогать. Да, будет. Ты попадешь на кухню, что хотите? Кушать? Как обязательно, когда... И Богу пускай только дает здоровье и благословение, что они с нами.